Я приветствую вас на фестивале «Императорские сады России». Через растения мы познаем этот окружающий мир, его красоту и, конечно, сами себя. Я желаю всем нам жить в красоте, в зеленых городах, в цветущих городах, и чтобы всегда вокруг нас был аромат, который поднимает нам настроение. Я желаю удачи всем участникам этого фестиваля. Будьте здоровы! Дорогие участники и гости фестиваля ландшафтного праздника. Сад прекрасен в любое время года и в любую погоду. Даже когда идет дождь, мы всегда возвращаемся мыслями в наш сад, где растут наши любимые цветы и деревья. И если мы далеко от нашего сада, он в наших мыслях, и таким образом, как будто бы он согревает нас, городских жителей, своим теплом. Я желаю вам, чтобы в вашем саду в любую погоду было уютно. Поздравляю вас с открытием. Я с огромной радостью поздравляю гостей, участников и друзей фестиваля «Императорские сады России». Поздравляю не просто так. Вы знаете все прекрасно, что этот год замечательный. Ну, во-первых, 400-летие дома Романовых. Для нас это знаковая и огромная дата. И второе – 155-летие императорского садового общества. Для меня, как для режиссера, понятие сада – это понятие как бы экологической ниши, и для меня это больше метафора. Вы помните выражение «каждый должен возделывать свой сад». Для меня это понятие духовное. Если мы будем заниматься этим, то я думаю, что это будет хорошо для всех и для всей планеты, поскольку, как вы знаете, культура и духовность, как шагреневая кожа, сокращается и сокращается. Только от нас с вами зависит, где мы будем жить и, самое главное, как мы будем жить. Ваш любимый режиссер Андрей Житинкин.